Да, как раз тогда еще тогдашний министр здравоохранения Зурабов отменил льготы для бабушек. Это потрясло нас. А в Новый год страна смотрела телевизор. Одни и те же сиськи, ляжки и зады. Одни и те же мастера, прикольный шизы. Хиты, понты и ощущение беды. Из века в век, из года в год перелетали. Все те же лица, все те же звезды под фанеру не в попад. И в Новый год сидели люди и гадали, когда ж начнется долгожданный звездопад. Деды вздыхали в телевизор, вот где бабки. Не то что наши, нет ни денег и ни льгот. И наступив в который раз на те же грабки, страна смотрела телевизор в Новый год. А там девчонка залетела, как хотела. Парнишка с грудью, мол, все будет хорошо. Страна дурела, отрывалась и балдела. Из-под стола кричал экран, давай еще! И там давали сразу все и сразу многим. Кумиры прыгали с канала на канал. Все те же песни, те же шутки для убогих. Безумный, вечный, бесконечный сериал. И вечный шлягер, и покой нам только снится. Куда ни плюнь, звезда звездою говорит. Все те же маски, не похожие на лица. Десятидневный мега-гипер-супер-хит. Но деньги кончились, экраны опустили. И мертвый город пьяно спит и видит сны. В мозгах бушуют предпохмельные метели, намереваясь не кончаться до весны. Но кто ж так просто клиентуру отпускает? Но кто ж из этих цепких лап куда уйдет? И телевизоры экраны зажигают. Страна вставай. Страна вставай. Страна, вставай, мы повторяем Новый год. А вот теперь скажите мне, что изменилось за эти 12 лет? Ну, девчонку с грудью, мальчонку с грудью стали показывать чуть меньше. Он там Лаша Тумбай, Раша Гудбай сказал неловко. Фикция не та, тебе. Перекрыли кислород, жалеет, из миллиардера стал миллионером гривен. Двумя, да? Ну что, а ничего не изменилось. Когда я смотрю, что телевизор думает, что страна только и ждет, чтобы понять, почему у Филиппа Салы не получилось. Или почему у Аллы получилось с Максимом. И следующее, почему, естественно, две логические посылки, почему не получилось у Филиппа с Максимом. Это надо ожидать этого. Раз, два, три. Я не знаю, что будет. Ну ладно. Уже пошли дискуссии, поэтому...